века на месте Волги и нашего города плескалось древнее русское море. В нем обитали ихтиозавры, рептилии, вернувшись к жизни в водной среде. Хищные плезиозавры были бы гастой по способной жизни в водоемах, хотя им приходилось выныривать на поверхность, чтобы вдохнуть воздуха. Гигантские плезиозавры были хищниками и питались морскими рептилиями. Пелиниты – отряд вымерших головоногих моллюсков. Эти хищники хорошо плавали, имели плавники, крупные глаза, роговые челюсти и чернильный мешок. У офтальмозавра глаза занимали почти все пространство в черепе. Это позволяло им охотиться в темноте. Представители рода ундерозавров – это крупные ихтиозавры длиной до 6 метров –